Подлые изменники. До каких же пределов бесчестия вы дошли с принцем Джоном? Ты не просишь пощады? Нет, государь. Тот, кто попал в лапы льва, знает, что просить пощады у него бесполезно. Так бери ее непрошенную. Лев падалью не питается. Я дарю тебе жизнь с тем условием, что в течение 3 дней ты покинешь Англию. Но если ты когда-нибудь вернешься на английскую землю, клянусь всеми святыми, я тебя повешу на этом дереве, на пищу воронам.